Представляю мой новый сайт с целительными фото. Есть фото для лечения болезней и фото для изменения жизненных ситуаций. Ссылка на этот сайт под видео. Предсказание для всего мира. Общая характеристика на 2020 год. Лодка с мотором быстро плывет по воде. Лодка светлая, вода темная. Лодка резко натыкается на невидимое препятствие. Она не может двигаться. По воде пошли неслабые волны. Лодку качает из стороны в сторону. Объяснение. С начала года события будут идти быстро. Затем будет какое-то препятствие, которое даст негативный ход для мира. Деревья отражаются в воде. Вода течет порогами. Над водой зависает зелень. Небольшой водопад сверкает на солнце. Много ледяных дождей. Плодородный год. Изменение океанов и суши. Растет гора. Командир ведет в бой солдат. Видны танки с той и с другой стороны. Военные склонились над большой картой. На карте несколько стрелочек указывают на одну страну. Я спросила, где будет военный конфликт. Увидела землю под танком. Это песок и камень. Второе. Новый космический корабль. Третье. Высоко расположены как бы провода или тонкие рельсы. Непонятно. Летает аппарат, похожий на автомобиль. Четвертое. Дорога уходит в небо. Ну, в общем, как я вижу, в общем-то, по своим видениям, что как бы половина года, ну, как я уже, в общем-то, и сказала, что с начала года будут события идти очень быстро, и их будет, в общем-то, много. Затем будет какое-то, к концу года будет какое-то сильное препятствие для мира.